А теперь, друзья, мы с вами погуляем по внутренней территории мечети Сердца Чечни. Вот здесь мы находимся уже внутри. Сейчас идет дневной намаз, поэтому я говорю тихо. С правой стороны у нас женская территория. Здесь столпились дамы, которые пришли посмотреть на это все действие, плюс туристы. А вот спереди уже идет сам молебен. Народу сегодня немного, так что можете посмотреть, как выглядит мечеть незаполненная. Но на больших намазах здесь собирается, конечно, очень-очень много людей. Ну, а теперь просто погуляем по второму этажу, чтобы вам можно было понять величину этой мечети. Она весьма большая, весьма объемная и, конечно, очень и очень красивая.